Итак, ребят, мы на станции Юность. Станция Юность. Самая популярная пересадочная станция. Рядом с платформой Отдых. Помимо Юности есть еще платформа Пионерская, где можно перейти на станцию Кратово. Однако Отдых является более удобной станцией. Это у нас здание вокзала Юность. Обновили все таблички. Памятник Ленину. А тут еще просвечивается РЖД-шный стиль. Сама платформа построена в стилистике 2000-х годов, когда еще обновляли железнодорожные станции. На самом деле так и было. В 2005 году прошла реконструкция детской железной дороги с последующей реконструкцией платформ, заменой подвижного состава и прочей инфраструктуры. Ранее на линии работали польские вагоны «Пафавак», но затем они были заменены на вагоны «Метровагонмаша» из «Мытищ». Также прошел модернизацию тепловоз Ту-2-129. На станции пока играет детская музыка в соответствии с тематикой железной дороги. О стоимости проезда вы можете посмотреть фото, которое сейчас появится, ну а также в моем комментарии. На детской железной дороге действуют свои тарифы. Не действуют льготы Москвы и Московской области, а также транспортная карта «Тройка». Это больше предназначено как аттракцион, нежели как средство передвижения. Стоимость проезда вы можете видеть прямо на экране. Добрый день. Переходите вон туда в кассу. Вот такое количество народу выходит с поезда. Да и в целом-то уже много народу. Ладно, очередь в кассе угасла, а значит, можно идти в кассу. Перед отправлением я дал интервью у двух начальников станции «Юность». Собственно, мы потом и спросим, почему на станции «Юность» два начальника. Скажите, пожалуйста, почему вы решили пойти в детскую железную дорогу? Интересно.
интерес к поездам, к железнодорожному капитализму в том числе. Есть такой кружок, называется железнодорожный капитализм. А вы? Меня зовут Владимир, мне 15 лет, я решил пойти на детскую железную дорогу, чтобы как можно лучше узнать множество профессий, пробовать себя в различных профессиях, чтобы понять, стоит ли мне идти дальше в железнодорожный вуз. Скажите, пожалуйста, вот вам платят или какие-то поощрения выдают? Нам не платят, но в конце дня, если мы хорошо работаем, нам в табеле записывают благодарность, также мы можем бесплатно ездить на какие-нибудь экскурсии, это может быть как награда. То есть я так понимаю, что вы берете экскурсию от РШД и... Да. Угу. У вас когда-нибудь бывали форс-мажоры? Конечно, бывали и не раз, но мы их решаем. Так, и, собственно, почему два начальника станции? Смотрите, у нас все-таки мы детская дорога, вот. У нас обучается, у нас еще первый год обучения и второй год обучения. Они еще младше и ни разу на практике не были, поэтому нам придется их учить. Нужно за всем следить на станции, потому что чисто фактически один человек не сможет следить и там, то есть очень много работы. И по обучению первого года обучения, и по слежке за пассажирами, вот как-то так. Угу, большое спасибо огромное за интервью. Хорошего вам дня. Спасибо. Итак, пока наш локомотив отцепили, мы можем зайти в вагончик. Вагон номер 3. В центре состава. Здравствуйте. Проход между вагонами запрещен, то есть садись, там где сидишь. Там нельзя находиться. В межвагоне? Нет, вот здесь. Там тамбуре нельзя находиться вообще. А, ну, понятно. Это у нас схема. Это служебные места, или как называют, купе. Вагоны были сделаны на метро Вагонмаше в 2005 году. И вот само расписание. Реклама тут тоже есть, РЖДшная. Тут всякие изображения. Пока что присядем и подождем, когда мы поедем. Приятной поездки.
А прямо сейчас мы будем приезжать в заброшенную станцию «Детская», которая ранее использовалась для детей из лагеря. Субтитры сделал DimaTorzok.
Итак, дамы и господа, мы прибыли на станцию Пионерская. Состав уже... Да, состав отцепили от локомотива. И пока что... Непонятно, пока что... Пилота Юрину забрала. А тут довольно необычное купе. Давайте зайдем и посмотрим. Вагон номер 6. Здесь у нас... Бригадир. Здесь у нас вагон со служебным купе. То есть... тут мало сидячих мест и... Все, как бы, дальше нельзя. Тут еще информация. Станция расположена на территории Кратовского парка с Кратовским озером. Поправьте в комментариях, если я неправильно назвал парк. Тут полно старых плакатов. Со времен 2000 года. То есть в 2000 году прошла полная модернизация малой московской детской железной дороги. И были закуплены новые вагоны. Ну, уже в Кратово на пляже.
Да, мы уже здесь. Не знаю, мы вон паровоз слушаем. Не знаю, давай. Вот так дети и заходят. Выходим в вагон. Вагон тут довольно-таки полупустой, занят где-то 20 или даже половина мест. Пойдем, вон там еще есть места. Пойдем. Сейчас все эти места заняты. Ой, это уральный, так, чтобы... Главное, правильно сюда. Короче, бюджет переход, походу, придется по лесу. Хотя это запрещено, но... Да я не побегу. Итак, начинается проверка. О, здравствуйте, здравствуйте. Что можете сказать о работе в ДЖД? Спасибо. Местный Вьетнам. Да что сразу Вьетнам, нормально. Огородники всякие. Не, ну ты же видел то самое видео. Да. Где там поезд во Вьетнаме? Нет. Да, постоянно одна минута. Я думаю, не успею снять ее на школьной. О. О. Здравствуйте. Большое спасибо. А, стоп. Я, кажется, вам дал билет до школьника. Так, я первый год. А, простите, не тот билет дал. Извините, почему у вас два? А, два билета? Я... Смотрите, какая ситуация. Сел на школьный, проводник третьего вагона проводил до кассы. И вот купил два билета. То есть школьные и... Туда-обратно, да, потом? Да, то есть это билет от школьной, а у вас в руках туда и обратно, да. Большое спасибо.
Что ж, в итоге пробит билет туда, от школьной. Походу, я не тот дал. Сел в первый вагон. Дверка открыта, проверка. Ого, нифига себе небо. Подожди, будешь смотреть, как он будет цеплять?
Матвей. Нормально, нормально. Все, пойдем садиться. Пошли. Куда хочешь? Thank you.